Всем привет! Вы на канале Тилли-Вилли Kids, и наши подружки Анжела и Кимми снова с нами. Вот они проснулись. Доброе утро, кошечки! Доброе утро, наша любимая Анжела! И доброе утро, Кимми! Как всегда, наши кошечки каждое утро купаются, приводят себя в порядок, делают из себя красавиц, настоящих модниц. Ведь они у нас суперзвезды. И наша Анжелочка, которая любит и фотографироваться, и в кино сниматься, и Кимми фотомодель, всегда очень классно ухаживает за собой. Ведь они красивые девчонки-кошечки. Ну вот, Анжелочка чистит зубки. Молодец, наша кошечка Анжела. Ну а Кимми ждет, не дождется, когда же она покушает. И тоже чистит свои зубки. Вот, ребята, какие классные зубки у наших кошечек. Анжелочка показала свои зубки. Кимми, давай еще дочистим немножко. Вот такие классные зубки у наших фотомоделей. Да, ребята, Анжеле сегодня снова предложили сниматься в журнале. И это журнал «Мегазвезда». Так что нашу Анжелу приглашают даже в такие издания, потому что, как мы знаем, что наша Анжела действительно супер-мегазвезда. Ну и что же, нашим звездам надо обязательно покушать перед тем, как готовиться к фотосессии. А для этого им нужны силы. И Анжелочке, и Кимми. Вот такой завтрак у наших кошечек. И пока они кушают, вот Кимми подросла, получила. Какой уровень? 14 уровень у нашей Кимми. И как обычно, при повышении уровня у нее зажигательные танцы. Мне очень нравится, что она танцует и радуется своему повышению уровня. Ну что, ребятки, а сейчас наши кошечки очень-очень хотят передать приветики своим любимым, обожаемым зрителям. И это Ангелика Айрапетова, Алиса Баяндина, Снежана Шаркевич, Ксюша Федорец, Шанель Сонечка, Алиса Баянина, Анастасия Анюхина и Каролина Алифоренко. Мы вас с кошечками очень-очень любим, дорогие зрители. Ну а теперь смотрите, наши кошечки наелись. Вот Кимми решила в кухне сделать ремонтик, который будет в следующий раз. Ну а сейчас вот долгожданная гостиная новая у нашей Кимми. Вот такой солнечный вид из окна. И Анжелочка тоже решила сделать такой же летний фон. Тропический, классный. Ей очень хочется лета. Обязательно хочет на море покупаться. Ну еще пока рано. Ее ждет съемка в журнале. Ну и как обычно, Кимми делает маску по утрам, чтобы избавиться от некрасивых прыщиков. И вот, как вы видите, у нее снова красивая кожа. Здорово! Ну что же, ребятки, вот такие наши кошечки. Ну и теперь нашей кошечке Анжеле можно уже наряжаться для обложки журнала «Мегазвезда». И сегодня ее стилистом будет Шанель Сонечка, которая подобрала ей наряд для этой обложки. Так что, ребята, будем готовить нашу Анжелу к фотосессии. Ну и Кимми тоже наряжается, как обычно, выбирает себе самые красивые наряды. А представьте, когда у нее откроется вообще много нарядов, будет у нее очень большой шикарный выбор. Ну а для сегодняшней обложки журнала «Кошечки Анжелы» в журнале «Мегазвезда» наша кошечка Анжела будет одевать наряд поп-звезды. Так что Анжелочка выбирает себе этот наряд и будет к нему уже подбирать остальные элементы образа. Ну и вот это платье суперзвезды. Единственное, что Анжелочка заменит некоторые атрибуты, это обувь поменяет. Вот сейчас она должна будет одеть золотые ботильоны.
очень красивые, стильные, сверкающие ботильоны. Мне они очень нравятся, но Кимми никак не определится с выбором платья. И вот Кимми выбрала вот это платье Дива в розовом. Очень красивое платье у Кимми. А Анжелочка подобрала вот эту прическу. Вот ее прическа весенняя, прическа розового с розовым цветочком. Классно. Мне очень нравится кошечка Анжела. И Кимми выбирает себе шерстку. Ну, Анжелочка уже выбрала себе и цвет шерстки. Она оставляет белый. И вот эти вот глазки аниме, которые Анжелочка очень-очень любит и которые подходят под цвет ее наряда. Ну, а посмотрите на эту стильную Кимми с летней прической. И выбирает глаза наша Кимми. И выбрала вот эти мистические глазки. Очень красивые. Напоминают глазки кошечки Анжелы. Ну и теперь очередь выбрать обувь. Какую же обувь выберет Кимми для этого наряда? И это будут вот такие вот сандали цвета розы. Очень красивые, стильные. Ну что же, а теперь наши кошечки делают макияж. Макияж кошечки Анжелы мы начнем с теней, так же как и кошечки Кимми. Вот Кимми нарисовала яркие такие тени розовые, еще и с узорами тигровыми. А у Анжелочки желтые, даже золотистые мерцающие тени. Ну и так остальные черты макияжа. Реснички, румяна и губная помада. Вот такие. Ой, Анжелочка, прости меня, я не хотела. Ребята, случайно получилось. Я думаю, у вас тоже иногда получается так задеть нашу кошечку Анжелу. Но ничего, она на нас не обижается. Вот так, Кимми быстро-быстро сделала макияж, потому что ей еще надо и ногти накрасить. Вот такой у Кимми сегодня маникюр будет. Мерцающий, темно-красный. Ну, Анжелочка уже готова. Покажись, вот такая милашка, наша кошечка Анжела. Мне очень нравится этот образ. Она уже готова к фотосессии. Ну, и Кимми тоже. Вот, Кимми, как всегда, показывает свою красоту. Анжелочка у нас немножко скромняшка. Хотя очень-очень популярна и известна наша кошечка. Ну а теперь что же, переходим к фотосессии. Кимми первая, как всегда, отправляется на съемочную площадку. И вот в таком наряде она сегодня будет фотографироваться для журнала. Очень красивая прическа и платье. Я очень хотела, чтобы Кимми была в этом платье. Ну и так, фотосессия Кимми начинается. И вот ее фото на журнале, на рождественском журнале «Christmas Diva». И вот теперь фотография в журнале «Мегазвезда» нашей кошечки Анжелы. Отличная фотка получилась и у Анжелы, и у Кимми. Супер, у Анжелы уже журналов все больше и больше. Скоро будем смотреть, Анжела, твою коллекцию. Ну а Кимми купила себе этот наряд, уж очень он ей понравился. Так что наши кошечки сегодня классно поработали, заработали себе опыт в этом деле фотомоделей. И теперь могут отдыхать, заниматься своим любимым делом. А мы, ребята, с вами и с нашими кошечками-подружками будем прощаться. Всем пока-пока, ребята, до новых встреч! Huh?